Друзья, решила показать вам вот такую аномалию. Сейчас время около 7 вечера, 20 декабря. Наша улица, все вы ее узнаете. И сторона света – это восток. Посмотрите, такое впечатление, как будто сейчас взойдет солнце, да? Ну, если бы это был запад, я бы подумала, что это солнце село. Хотя для 7 вечера это уже поздно, 20 декабря, да? Вот мои предположения, что это фонит Липецкий металлургический завод. Вы меня спрашивали, почему я выбрала город Чаплыгин. Да потому что здесь нет никаких, так скажем, вредных для здоровья заводов. Если и есть крахмальный завод, который не очень хорошо пахнет, хотя, вы знаете, мне кажется, там поставили фильтры, потому что, ну, за этот год, вот весной один раз я чувствовала запах, и на этом все. Хотя все лето были и дожди, и осенью дожди, но запаха нет. И я думаю, что те, кто живут в Чаплыгине, это подтвердят. У меня такое впечатление, что там поставили фильтры. Но что вот это, мне непонятно. Конечно, съемка вечерняя, но я думаю, что вы видите вот это оранжевое пятно. Вот вам и экология. Я думаю, что чем ближе к этому металлургическому заводу, тем хуже. Вот такой закат на востоке. Ужас, это просто жесть какая-то. Вот так фонит.